Долго запрягали, приехали быстро. Сотрудники предприятия «Теплосети» собирались отремонтировать и облагородить внешний вид построек на углу улиц Лермонтова и Ленина в начале лета. Лето прошло, ремонт не случился. После выхода в эфир сюжета на нашем телеканале мы показали, как выглядели пушки до ремонта. В понедельник работники приступили к делу и за неделю справились со всем объемом работ. Отремонтировали, укрепили стены арматурной сеткой, зашпатлевали и придали благородный внешний вид, облицевали декоративной плиткой. Теперь постройка не портит, украшает газон, выглядит аккуратно и достойно.